По меньшей мере 14 человек, среди которых иностранцы, погибли в результате теракта в столице Афганистана. Террорист-смертник привел в действие мощное взрывное устройство в тщательно охраняемом районе Кабула, где находятся иностранные посольства. По данным местных СМИ, взрыв произошел вблизи популярного ресторана. К месту происшествия были направлены силы полиции. На протяжении 20 минут здесь была слышна перестрелка. Сообщается, что среди сотрудников российского посольства пострадавших нет. Группировка «Талибан» уже взяла на себя ответственность за этот теракт, который, как утверждается, был направлен против иностранцев.